Это уже второе, это была первая карусель ее. Мы уже там походили, покупались. Это уже второй раз она попросилась. Хотела на гусеницу, там 500 рублей, 480, офигеть можно. Ну и страшно, короче, там. Для меня, для нее. Вон она, эта гусеница носится. Маленькая американская горка. Тут... Держись! Держись, коза! Ой! Эрика! А вы говорите, руки отпусти. Вот ее махает двумя руками. Попой держишься. Она тут не вылазила. Что-то девочка так скорчилась, как будто ей там плохо. Я прям даже не знала, куда деваться, когда каталась. Мешочек надо с собой брать, как в самолете. А там пока остановится, не стошнит. Просто сама эта голова так... Или расслабиться. Не вертись.